За отношения отвечает женщина. Непонятно, в паре у обоих есть ответственность, но у мужчины другая ответственность. За отношения отвечает женщина. И да, и женщина за секс отвечает, за возбуждение отвечает, за, короче, все, что касается коммуникации отношений, это лежит на женских плечах. У мужчины другая абсолютно ответственность. Не мужчина отвечает за вот эти вот коммуникации. И женщина должна быть мудрой, именно смотреть, где что там и но закрывать. Она понимает, где она косячит. Да. Как понять, что ты косячишь? Так по мужику по своему смотри. Ну, то есть у вас все было нормально-нормально, вдруг он начинает как-то себя не так вести, ну, непривычным способом себя вести. Ну, ты же живешь с человеком, ты все равно видишь его изменения. Ты все равно видишь, что с ним что-то не так. Может быть, это по работе. А если он стал подозрительно хороший, дарит тебе подарки, возит тебе всю день, тебе дает что? Не знаю, может, он к психологу ходить начал. Вот у меня. И на ретриты. Нет, ну, блин. Слушай, ну это все индивидуально, это все равно выясняется, как бы в паре изменяет, он там тебе не изменяет. Но даже если изменяет, и как бы тебе ну, не хочется семью рушить, просто нужно понять, где просела, и дать ему это. Ну, за отношения на самом деле женщина отвечает. Но опять, подожди, говорю, у мужчины тоже есть ответственность, и если он это делать не будет, ну, никакая женщина не выдержит. Она все равно сдуется.